Лос-Анджелес, 2029 год нашей эры. Три миллиона человеческих жизней оборвались в августе 1997 года. Оставшиеся в живых после ядерной войны называли ее «судным днем». Их жизнь стала постоянным ожиданием новых ночных кошмаров. Война против машин. Компьютер, который контролировал действия роботов, Скайнет, послал двух терминаторов назад в прошлое. Их миссией стало уничтожение лидера сопротивления, Джона Коннора, моего сына. Первый терминатор был запрограммирован на уничтожение меня в 1984 году, еще до рождения Джона. Его миссия провалилась. Второй был послан, чтобы уничтожить самого Джона, пока он был ребенком. К счастью, сопротивлению удалось послать воина, чтобы защитить Джона. Теперь вопрос был в том, кто из них первым доберется до Джона.